Невовлеченность – это не отказ от жизни. Невовлеченность – это не то, что там что-то, как говорится, там хоть потоп, а меня это не касается. Нет. Невовлеченность – это осознанное взаимодействие с тем или иным состоянием, когда вы в наблюдении за собой, который с чем-либо взаимодействует. И тогда, только тогда у человека появляется право выбора. Если человек внутри обусловленности своей образностью, обусловленностью двойственностью, дуальностью, обусловленностью линейностью, обусловленностью своей персонажностью, у этого человека права выбора нет, потому что он находится внутри территории пьесы, внутри этого сценария, и там действует свой механизм и закон. И этот закон никогда не переиграть. То есть никогда нельзя прийти в какую-то чистоту, в какую-то плоскость и начинать с ней бороться. Но это утопия, это как Дон Кихот или Ветряные мельницы, не работает. То есть так же, как шахматы, у вас есть два варианта. Либо изучить шахматы, как действуют на этой шахматной доске фигуры, какие правила, либо вы вообще не заходите в эту плоскость.